Вопрос от многочисленных фанатов группы Five, которые до сих пор не могут поверить в случившееся. Неужели их любимый коллектив распался? Увы, к великому сожалению поклонников этого бойбенда, группа Five действительно прекратила свое существование, несмотря на недавнее заверение ребят в том, что все у них в порядке. По словам участников группы, к решению о распуске коллектива они пришли после долгих споров и обсуждений. Последним релизом Five станут песни «Closer to Me» и «Rock the Party». На отдельном диске они выйдут в свет 22 октября. Все это очень грустно, волнующе и странно, если честно. Мы закрыли эту страницу. А ты что чувствуешь? На самом деле грустно, если вспомнить все, что нам удалось сделать. Безусловно, мой голос был учтен при принятии этого решения. Очень расстраивает то, что нам пришлось на это пойти. Единственное, что мы хотим, чтобы вы знали абсолютно точно следующее. Если вы прочитаете, что кто-то из нас поливает грязью другого, то это неправда. Мы отлично ладим друг с другом.